А, вот он, красавец. Сейчас посмотрим, что новенького. Он все чистенький. Новенький, такой. Вот новенький. Гудок, что ли, поставил? А здесь... Вот этот рычаг, ну, надо вот здесь заварить. Наверное. Этот шлиц ставишь, он этот, ну, я туда вставлял болт, он его ломает. Кстати, кто-то спрашивал там в том видео, кто-то продает, не продает, я говорю, не знаю. Ну вот, спроси. Сколько ты? За 70 я его отдал. За 70? Потому что все мне сколько звонили, спрашивали, гидравлика есть? Я говорю, нету. Я говорю, механика, вот механика. На этот. Ну вот. Тут самое дорогое какое вложение? Мотор только 22? Ну мотор. И по железу. Мотор, ну эти мосты. Два моста, колеса, коробка. Колеса хорошие. Колеса, вот это снежинка. Зубастые и сзади. А сзади УАЗовская. Ну да, хорошая. Да. Вот у меня... А, тут еще ты фары покупал, по-моему. Фары, да. Помер... Ты прочитай, вот здесь все написано, фарах снизу. Да, это ты показывал, в Украине сделано. Украина, да. Зроблено. Зроблено, да. Вот, могу это. Это атаки, ты говорил. Мерседес. Вот же, смотри. Что там? Ну, впереди, впереди. Ну, габариты вот, видишь? Ну, я, да, да, да. Горят. Вот поворотники. Классно получилось. Вот. Вот. Дальний, ближний, да? Да. Все. И вот сигнал. И сигнал, слушай, какой. Давай. Как на паровозе, блин. Я чуть не оглох. Вот это дудка. Дудка. В смысле, у тебя воздушная, да, она? А? Воздушная система. Да, 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 да. Нажимал, я выключил сейчас. Вот я кнопку сделал. На сигнал. Я вот этот отсоединил. Вот это отсоединил, видишь? А это маленькая. Да. А здесь помощнее. А это... Вот мне вот только, я же говорю, вот генератор. Поставил, да? Ну, он стоял же у меня, генератор. Ага. Вот эта шоколадка, видишь, нового, старого образца. Ага. Старого образца. В чем проблема была? Нет, вот я тебе покажу сейчас. А, сейчас не увидишь, да? А в чем причина шоколадки? Зарядка не идет? Сгорела, не работает. Я ее по интернету поискал. Вот это включается, у нее 6 вольт всего выходит вот здесь. 6 вольт выходит вот в этой. Это мне сосед дал. Ну там. А это вообще не работает. Я купил новую. Предохранители все. Он у тебя со стартера запускается или так? Да. С руки? Со стартера. Сейчас дымище пойдет. Так, первый запуск. А? Нейтралка. Да. Давай. Подожди! Ключ! Пусть прогреется! А, это блокировка? Да! Стоп, ремни! Стоп, ремни не крутили! Вот я здесь ее поставил! Вот зарядка, все потухло! Включаешь, горит! Заглушишь! Заглушишь, вот она загорится. Так вот, что заглушился, а вот убрать надо. А что решил продать-то? Другой хочешь собрать? Да, я погрузчик хочу. Мне что? И она, я сейчас гвоздик засунул, его так обварить надо, и все. Вот он на первой едет, вот я сижу. Осторожно. В задней части что тут сделал? Плуг, что ли? Для плуга? Да. Это навесной. Навесной. Навесной я сделал, да? Да, ты же видел вот это? Или... Я уже забыл. Подожди. Вот, видишь, он отпускается. Да, это от ремня, ты говорил. А, это да. Я вспомнил. Ну, я же с ним же пахал же. Ага.
Вот огород-то пахал. И у себя там. Нормально спал? Идет, не буксует? Нормально, нет. Двухкорпусный плуг. О, нифига себе. Я тебе говорю, на второй скорости. Интересно. О. Ага. Коробка здесь. Четырехступка. Коробка вот где. Коробка. Ну, рычаг это, получается. Это идет. Кулиса, бля. А, кулиса идет сюда. Вот да? Она, вот она, видишь, коробка стоит. Четырехступка? Четырехступка, да. Все четыре работают, да? Все четыре работают. Задняя? Задняя работает. Четыре передние, блин. Все. Генератор, я говорю, этот. Ну, он мне здесь стоял и отказал он. Ага. Отказал. Я его снял, разобрал. Потом начал в интернете смотреть, начал проверять вот это, то, что он не работает. Угу. Это, вот это интеграл. Ну, как она? Реле зарядки. Тут получается, это родное, да, было? Да, на 80. Это на 250. На 3 шкила, да? От ГАЗ 6. Интересно. Видишь, я переделал другой этот, вот этот другую поставил. Ага. Из-за чего другой поставил? У меня маленький был. Я его собрал, он там уже стоял. Вот я приехал здесь огород спахал, да и все. Ага. Окучил. Понятно. Окучил картошку, да и все. Что за технику приобрел? Какой приобрел? Я ее сам собрал был. Вся в гараже. Вот свидетель. Ну, очевидец. Он мне вон снимал там. Из-за этого. Понятно. Тормоза тоже есть. Ты масло отключил сейчас? Масло отключил. Нажми там, тумблер. Дай-ка я посижу. Тумблер вон там. На скорости, да, он сейчас? Сейчас? Нет. Вот сюда, да, нажимать? Да. Вот, видишь, вот у меня вот, здесь не закручивается, вот. А, понял. Проворачивать. Вот его надо вот здесь вот поставить, вот отверстие. Да, получается, ты заварил, блин. Она треснула, да? Да. Да, ну, это видишь, блин. Я тогда в торопях. Блин. Зеркала удобные такие. Ну, это я не знаю, от чего они, блин. Другие. Ну, они очень, смотрятся хорошо. Ага. И обзор хорош. Там как не... заводить? Просто ключ? А там... Сейчас он тебе. Так. Ничего не надо делать. Один раз. Давай. Так, первый пробный запуск. Крутить? А ты крути. Вот это газ, да? А это газ. Газ. Вот скорость плохо включается. Вот смотри, ты включать будешь, чтобы я не буду. Можно поток ловить. Ага. Зарядка идет. Я генератор буду разбирать. А, вот она сейчас горит. Да. Генератор буду разбирать, да? Ага. Там же вот эти кольца, где есть, где эти ходят это. Ага. Вот я там посмотрел, как делается. Там это углубление вот такое есть. Ага. Мне его ровно надо сточить. Вот такая у него. На переломке. Переломка, да, у него. Переломка идет. Да, ступица от этого стоит. На сколько градусов он делает? Ой, я что-то не замерял ни разу. Ступица от классики здесь от шаровая, класса, да? Да, шаровые, все родное. Ага. Да, полный привод. Полный привод. Можно делать еще, но это мосты не к чему, конечно. Мосты от классики, да? Да, троечные стоят. Троечные мосты. Можно и любые засунуть. Сидушка. От окушки. Сидушка от окушки. Да. Самодельные. Брызгивки. Да. Ну, половина от классики. Такой вот небольшой обзор, может, кому понравится. Загоняй. Да. То, что я говорю же, Оля, колесо слабое не стало. Колесо слабое надо. Я задний накачал, а передний не посмотрел. Класс. А? Не закрывай. У тебя же, по-моему, бардачок там был. Нет, а что бардачок? Бардачок ты включи. У тебя фары, кстати, горят. Горят? А, бардачок я видел. Что-то ключей много у тебя. Фары горят, говоришь? А, габариты. Вот она сама. Кардан. Вот сам. Кардан от Нивы передний. Кардан от Нивы? Да, я его даже не укорачивал, я по нему делал. О, нифига себе. По нему делал. Все. В общем, все учел ошибки и решил не заморачиваться. Да. Не, я просто... Он мне жар... для чего? Я вот полноприводный хотел делать. А вот там снег чистить, а я сейчас хочу это мини-погрузчик хочу делать. Из-за этого мне надо сейчас швеллера опять вот это там. Он получается постоянно полный привод, не отключается? Не отключается. Постоянно, да. Ну вот как на классике. Переломка. Вот на классике же ты же ездил на классике, забуксуешь, одно колесо крутится, другое нет. А тут или здесь вот это будет ведомое. Или там, да. Может там быть. Ну и это, и этот мост, два моста не работают. А для чего рычаг? Это же для этого.
А, снег чистить? Да. Нож. Тут же вот она вот тяга. А ты вот, нож убрал, что ли? Вот сюда, да. И вот, а мне зачем на лето? Вот здесь у меня вот эта беда ставится, и вот так вот. Бампер самодельный. Бампер, да, с трех частей. Я же, ты помнишь, рассказывал? Да. Это атакушки, поворотники. Да, я заметил. Ага. Вот такие, все. Красота. У меня, видишь, сейчас просто... Тогда загорелся, охота была сделать, думаю, почище. Ну там тяжело. В гараже, ты же в нашем ряду видишь, да? Куда снег толкать? Вот где ты машину тогда делал, вот туда, блин, все. И уже дорогу закрываешь там. Некуда толкнуть. А так я погрузчиком буду, да? Там же задняя часть большая. Ну там надо как. А это узкая. Стрелу, гидравлику. У меня все есть уже почти. И распределитель есть старенький, и два цилиндра есть уже, и этот 40 на 80, что ли, я уж не помню. 40 на 80. Эти двигатель сзади будет там стоять. Двигатель такой же будет? Да. Такой будет. Вот из-за чего и. Вот решил я его. Ну, не знаю, получится продать, не получится. Ну ладно, что, спасибо за обзор. А да, заезжай со стороны, посмотри. Подожди, по сигнальке. Нормально. Вот, смотри. Тормоза. Угу. Все горит, все, работает. Отлично. Так что у него все железо советское, считай, металл хороший, мосты все это. Кроме двигателей. Двигатели Лифан. Да. А так все железо крепкое, металл. Это от УАЗика. Металл. Фары, как говоришь, эти украинские. Я говорю, металл хороший, он надолго. Металл, вот сейчас же продают трактора, да. Там металл тонкий здесь. Конечно. Швеллера какие крепкие. А вот в деревню его куда-нибудь, кому-нибудь. А вот, кстати, нож, да, от него? А? Нож от него. Да. Вот нож, вот это вот. У тебя один... компрессор, да, есть? Да. Можно вот, вот, вот его, вот. Вот она будет вот так стоять, вот так впереди, вот подниматься вот будет. Ага. Вот, 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 вот сюда тяга, вот она здесь. Вот она. А это передняя, вот, которая под низ. Вон она. Вон видишь, вон там. 55, нифига себе. Какие болты с ним крутить? Гайки. По работе это было. Вот я тебе хочу вот это показать еще, который я окучивал. А, плуг. Да. На весной ты тоже продаешь или оставляешь? Я даже не знаю, блин, что. Вот мне одну я отсюда снимал на мой этот. Вот он. Ага. Вот он ставится и все. Вот, видишь? Это борозды делаешь, это как этот спасной еще прибор. Вот. А вот еще один у тебя плуг, да? Вот я пахал же с ним. А-а-а. Вот же он. Вот, а, я понял, все. Вон, видишь. Тоже продаешь? Ну, придется. Придется, ребята, все продается. Человек загорелся новой моделью. Так что техника вот эта в продаже. Пишите комментарии. В общем, на сегодня все. Всем пока.